поликлинике на улице Лавочкина полным ходом идут ремонтные работы. Пугаться розового цвета стен не стоит, это вовсе не дизайнерское решение, а технологическая необходимость. Их покрыли бетоноконтактом, подготовили для нанесения штукатурки. В дальнейшем стены планируют покрасить в синие и белые оттенки. Оценил ход ремонтных работ глава городского округа Дмитрий Волошин. Мы эту часть ремонтируем с вами. Мы переезжаем сюда. Да, она работает, да? Поликлинику не закрываем, это самое важное для меня. Несмотря на ремонт, поликлиника продолжает работать. Врачи освободили половину здания для рабочих, а во второй ведется прием. Когда отделка завершится, персонал переедет в отремонтированную зону, и рабочие примутся за дело во второй части здания. Полностью закончить работы планируют до конца года. Работа полностью с заменой всех инженерных систем, наружная отделка будет, и плюс новый фасад, кровля, то есть полный капремонт. Полностью заменят электрику, водоснабжение и систему отопления. Также планируется обновить мебель и медицинское оборудование. Работать поликлиника будет в новом формате, который и обсудили врачи с главой городского округа в неформальной обстановке. Мы планируем здесь сделать что-то по принципу КДЦ, клинико-диагностического центра. Потому что здесь КТ уже стоит, сделаем ЦОП, онкологическую помощь, и введем узких специалистов. Удобное место расположения поликлиники, удобная транспортная доступность позволит нам, чтобы к этим узким специалистам ездили. Также врачи попросили решить вопрос с парковкой возле поликлиники. Сзади поликлиники была парковка раньше для нашей поликлиники, да, потом была отдана как в территории общего пользования. Но фактически сейчас местные жители близлежащих территорий используют ее под свою парковку. Поэтому очень бы хотелось, чтобы эту парковку вернули. Глава пообещал заняться вопросом и организовать парковку возле поликлиники. Но для этого нужно предоставить жителям альтернативные варианты, где можно оставить автомобили. Программу, вы знаете, сейчас запустили по парковочному пространству в городе. Соответственно, давайте смотрим все земельные участки, которые есть здесь вокруг, можно ли какой-то из них отдать под парковку. По окончанию ремонта в поликлинике будет принимать хирург, невролог, уролог, эндоскопист и другие узкие специалисты. А также появится своя лаборатория.